Помимо культуры, производства, здравоохранения, образования и прочих сфер, полномочный представитель президента России в СКФО Александр Матовников и глава республики обсудили тему религии. А затем посетили несколько религиозных объектов. Мадина Пугоева с подробностями. В неформальной обстановке за чашкой чая полпред президента страны в СКФО и глава республики обсуждают вопросы религии. Говоря о достижениях региона в единении народа Ингушетии и проживающих здесь национальностей, Александр Матовников отметил положительную динамику в совместной работе правоохранительных органов и духовенства в сфере противодействия экстремизму и терроризму, а также в воспитании молодежи. Ингушетия, так же как и другие регионы, прошла тяжелейшие испытания 90-х годов, развала и войны, вот. Восстановительный период 2000-х годов и борьба с внутренним противником. Я считаю, что сейчас, наверное, вот, как вы и говорите, начался другой период развития, вот, и мира, и созидания, и объединения. Последние 5 лет положительная тенденция однозначно по Ингушетии видна невооруженным взглядом, и нет фактически сейчас поводов беспокоиться о том, что молодежь каким-то образом перемещается в сторону ИГИЛ, конкретно в Сирию. То есть фактов не выявлено. И здесь, безусловно, работа не только правоохранительной системы, но и ваша. Поэтому хочу вас за это поблагодарить и уверен, что эта работа будет продолжиться. Продолжая тему, глава региона Инесбек Евкуров отметил, что главная цель представителей исламского духовенства – это единение уммы. Религиозные общины не принято делить на своих и чужих, а потому богословы трудятся над ее сплочением и сохранением стабильности в обществе. Все, кто не нарушает законы Российской Федерации, все, кто не лезет в экстремизм, терроризм, все, кто не лезет в оружие, в взрывчатку, там еще какие-то там направления, то есть живут в рамках закона, они имеют право молиться, как они считают для себя нужным, но при этом не задевают друг друга. Да, были вопросы, сегодня их намного порядок меньше. Был такой накал, когда одни других обвиняли, что вы правильно, неправильно. Сегодня этого уже нет, оно тоже уже даже не вспоминают. Также Инесбек Евкуров добавил, что с задачей укрепления мира в республике хорошо справляются управление по делам религии при главе Ингушетии, тесно взаимодействующие с различными религиозными конфессиями. А богословы, в свою очередь, прикладывают все усилия для правильного воспитания молодежи. Хорошим подспорьем им в этом стало и дополнение школьно-образовательной программы новым предметом под названием «История религии». Почему мы это ввели? Для воспитания наших детей, чтобы все дети учатся же у нас в школу, чтобы воспитать их истинным патриотом, в первую очередь, и республики, и всей страны, и чтобы они знали, что такое терроризм и экстремизм. И мы получили поддержку на федеральном уровне президента, в то время был митрополит Кирилл, сейчас это есть патриарх. Мы его работали по рамках Межрелигиозного Совета России. Он нас поддержал очень сильно. И за это тоже мы благодарим. И мы очень огромную пользу получили от этого. Сейчас наши алим ученые являются учителями, они получили второе образование, так как педагогическое, получают зарплату от государства, и они в прямом смысле воспитывают наших детей, чтобы они знали чистоту ислама, искренне, чтобы они думали. Для укрепления межнациональных отношений и развития нацполитики в регионе правительство Ингушетии утвердило госпрограмму, включающую в себя 6 подпрограмм, в числе которых и духовно-нравственное воспитание молодежи, профилактика экстремизма и терроризма, а также возвращение и обустройство русскоязычного населения. Об этом полпреду президента страны в СКФО рассказал руководитель республиканского Миннаса Муслим Мендиев. Данные ориентиры остаются неизменными с момента создания республики, когда в системе органов власти Ингушетии для представителей русскоязычного населения была зарезервирована квота в Народном собрании и в органах местного самоуправления. В республике функционируют 3 православные организации: храм Покрова Святой Богородицы в городе Сунджи, 2 церкви в сельском поселении Троицкое и городе Карабуар, деятельность которых осуществляется при поддержке республиканского бюджета. Насчитывается 63 соборные мечети. При поддержке главы республики уже ежегодным стало паломничество православных на святую землю в Иерусалим. В дни праздничного богослужения в храм на службу приезжают верующие как из населенных пунктов республики, так и из других регионов нашей страны. В настоящее время в республике проживают представители 171 национальности. В большинстве своем это 2 религиозные конфессии – мусульмане и православные христиане, которые живут в мире и согласии. Власти Ингушетии намерены и дальше оказывать всю возможную поддержку местному духовенству. Мы ведем работу, и речь сам вышел с
инициативой, что вот строительство и все-таки обновление храма в Станице Троицкой, в городе Карабулаке, в Мангабеке. Ну и вот уже выделена земля у нас здесь, в Магасе, под кафедральный собор. Я думаю, что со временем мы это все реализуем. Хочу сказать, что все условия, как бы, в республике созданы для того, чтобы люди различных религий чувствовали себя здесь дома и могли исправлять все свои религиозные обряды и потребности. Полномочный представитель президента России в СКФУ Александр Матонников, в свою очередь, отметил необходимость обмена полезным опытом между регионами в сфере межнациональных отношений и вопросах религии. Религиозные деятели должны объединить усилия в работе с молодежью, отметил он. Вот у вас есть успехи в этом направлении по работе с молодежью. В Чечне есть свои успехи там по работе с молодежью, по общественным проектам, например. Значит, в Дагестане много проблем, которые нужно решать. И вот для того, чтобы, например, решить задачу в Дагестане, нам нужен будет совет тех духовных лидеров, которые находятся во всех республиках. То есть нам надо будет собираться, обсуждать какие-то нюансы, потому что мы живем одним миром и в одном коллективе, собственно говоря. Вот. И то, что у вас получается, может быть, там еще не пробовали. Поэтому это очень важно. Позже Александр Матонников вместе с главой региона посетили храм Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже. Полпред президента России в СКФО приложился к иконе преподобного Варлаама Хутонского, совершил молитву и поставил свечку. А епископ Махачкалинский и Грозненский рассказал гостям историю строительства этого православного храма. О красоте этого храма, на Кавказе, я думаю, что не найдется. Старорусская, видите, яркие тона, а сделано все. Вот на этой территории здесь колесо проехало в 99-м году. У нас стоял здесь небольшой храмик, он в свое время был старогреческим, с деревянным блоком. Далее гости отправились в храм преподобного Варлаама Хутонского, посетили небольшой церковный музей и библиотеку. Вниманию гостей представили и старинные грамоты. Сохранилась грамота о старообрядческом храме, да, епископ старообрядческий. Благословил строительство храма. Это после старообрядческого храма, да? Нет, это как раз старообрядческий храм, который благословил этот молитвенный храм строительства. Здесь старые сосуды, все, что было, сохранено. У меня есть. Следующим пунктом посещения стала новая мечеть в Сунже, где гости пообщались с местным имамом и прихожанами. Вся внутренняя отделка турецкая, турецкая фирма была. Мусы тоже оттуда принесли, соли везли. Ну, они помечательные. Ну, да. Реально лучше. Тоже там наш предприниматель. Это для предыдущих? Не-не, это все, конечно, молитвы. Там нет такого. А в пятницу день обычно так, правильно сказали? Местный имам называется, как имеет название. Мембор для общей политики, да, да. Ознакомившись с состоянием межнациональных и межконфессиональных отношений в республике, Александр Матонников отметил, что Ингушетия – регион с самой большой рождаемостью в округе. А поскольку здесь много молодежи, то и для стабильности в регионе духовенству нужно продолжить свою работу в том же ключе. А завершение рабочей поездки два боевых генерала возложили цветы к памятнику первому герою России генерал-майору Соломбеку Асканову, именем которого назван аэропорт. Мадина Пугоева, Рахман Цуров, Адам Горбаков, Новости 24.